Здравствуйте, с нами сегодня Максим Рыбалко. Максим, а как вам сегодня ваше настроение играть здесь против своего родного брата? Ну как обычно. Будем толкаться, биться. Но, как все говорят, шутят ребята. Типа драка. Я говорю, братья не дерутся, мы только друг друга защищаем. Ясно, спасибо. А каково ваше мнение? Что у вас не получилось сегодня в первом периоде? Пока что, ну, лед не очень, если честно. Привыкаем пока, шайба скачет. А так, меньшинство не получается. Две меньшинства пропустили, поэтому меньше удалений, и тогда все нормально будет. Ну, я думаю, установка тренера на второй период будет достаточно весомая. Вы надеетесь, что команда побежит, как вы думаете? Нет, главное не удаляться, но играть будем так же, атакующим. Спасибо. Спасибо.